Слава богу, сейчас я вам все сломаю здесь. Проломаю просто. О, я выбралась! Ребята, я выбралась. В смысле? Это что? Это дом? Офигеть! Блин, о, боже, блин! Это тут домов куча. Просто смотрите, дома, дома, дома. Можно их всех проверять. Надеюсь. О, в смысле, это что, живой, что ли? Оно живое. Это раз, помните, ударила я и типа... Как только такое может быть? Опаньки. 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 Все дома мы еще обследуем. Там дальше ничего нет. Но тут есть дома. О, смотрите. Я... Офигеть. Смотрите, вы нигде такого не увидите. Боже, вам даже не приснится такого. Это как? О боже, я могу так вечно кататься. Это по всему дому так. Вы прикиньте, по всему дому. Посмотрим, наверное, игру у нас. Привет, сосед. Вот я скачала вот карту такую. Посмотрим, что такое. Вот тут какой-то сундучок. Откроем его. И тут ничего. Какая-то палочка. Можно повесить на белый бетон. Чего, чего? Ладно, нам этого не нужно совсем. Вообще не надо. Так, картины, картины, картины. Ладно, уходим отсюда. Нам надо посмотреть, что тут еще есть. Угу, угу. Что делать? Что ты не открывайся? Тут даже, понимаете, тут даже блоки нельзя, как бы, смотрите. Ничего делать, просто ходить, ходить. Прыгать. Так, ладно. Ну, задумка очень классная. Кровать стоят, зачем тут? Ну, просто типа домик. Что тут? Что-то тоже не открывается нифига. Что? Ладно. Меняла режим на творческий. И вроде бы поменялось. Все нормально. А на других не меняется картах почему-то. Ладно. Ну, уходим отсюда. Ну, и пытаемся что-то творить. Ладно, тут нам не пролетать. Тут мало места. Слава богу, сейчас я вам все сломаю здесь. Проломаю просто. О, я выбралась! Ребята, я выбралась. В смысле? Это что? Это дом? Офигеть! Блин, о, боже, блин! Это тут домов куча. Просто смотрите, дома, дома, дома. Можно их всех проверять. Надеюсь. О, боже! Боже мой! Что это? Я офигела. Их можно уже... Тут же можно заходить. Ну, блин. Офигеть, блин, боже. Ну-ка, уходим сюда. Здесь можно запутаться в коридорах разных. Да, вообще. Сундук какой-то. А тут ничего нет. Офигеть просто. Вообще. Еще дома. Ну, короче, такие же загадки, как и вы. Привет, соседи. Все так же. Но будем мы вот это снимать? Ох, мне кажется, чтобы это все узнать, вот это все на моем канале, вот про эту вообще, про эту карту, будет очень много частей. Так что ждите. Обязательно ждите. Смотрите, блин. О, можно даже... В смысле, это что, живой, что ли? Оно живое. Это раз, помните, ударила я и типа... Как только такое может быть? Ладно. Мы тебя трогать не будем. Это машина, которая живая. Видите? Я даже хочу посмотреть. Какой там звук у нее? Они нам не оставили. Что-то нет, трудно закрыть. Ничего они нам не оставили. Машина, которая тоже живая. Это ненормально. Бежим по дороге. И там дальше ничего нет. Но тут есть дома. О, смотрите. Я... Офигеть. Смотрите, вы нигде такого не увидите. Боже, вам даже не приснится такого. Это как? Это как это вообще как так-то? Это какой-то улей, что ли? Вот не лень было создавать такую карту, все строить так?
С ума сойти. Вы посмотрите. Я офигела. Вот так это все выглядит со стороны. Еще дом, видите? Самый главный дом – это дом «Привет, соседа». Вот это вроде бы и он. Офигеть. Ну вообще, да как так? О боже, я могу тут наслаждаться 100 лет просто. Видео будет очень длинное. О боже мой. Заходим, проверяем все комнаты. Просто проверяем, ой, все комнаты. Проверяем все комнаты наши. Что тут может быть в этой двери? Вы это не слышите? Там кто-то шуршит. Кто это? Ну, вообще. А тут тоже не выйти ведь, да? А нет, выйти. Это же тот самый подвал, как и в игре. Смотрите. Я спускаюсь. И тут рычаги какие-то. Они делаются хотя бы? Да, делаются. Смотрите, сундуки, в которых ничего нет. Смотрите. Боже, что эти рычаги делают? Открывают это местечко? Но тут ничего ведь нет. Вы чего? Зачем вы сделали, если тут даже ничего нет ведь? Смысл это все делать? А где тогда оно? Вот тут что ли? Эх. Нет, ну похоже место, как в «Приедете, соседи». Телевизор. Все так же, дома. А вот мой дом, я не знаю где. Опаньки. 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 Ладно. И это будет долго. И я офигела просто. Смотрите, что у нас тут творится. Поднимемся наверх. Это второй этаж. С водой. Вы что, с ума сошли? А тут вода зачем? О, боже. Что это такое? Приедет соседи, он тоже есть. Именно в этом коридоре. Вот он. Он, конечно, тут не страшно выглядит, а там он очень страшный. Он пугает реально. Там. Так, опять картины. Опять дверь. Ну, короче, все как обычно. Эту комнату я тоже знаю хорошо. Приедет соседи. Смотрите-ка. О, боже мой. Ну, блин, а. Хорошо, что я скачала. Еще комната. Еще комната. О, боже. Это туалет, да? Туалет. О, даже «Привет, соседи» столько комнат не будет. А что так тяжело идется? Низко, что ли? Нет. Опаньки! Топор хотя бы какой-то есть тут. О, что такое-то, а? Боже мой. Можно тоже так же. А как мне туда попасть, а? Ну ладно, мы, короче, все переломаем сейчас здесь, чтоб лишь бы только туда попасть и вниз. У нас же творческие режимы игры-то, можем все, что хотим делать ведь. Так, ладно. Попали мы вон куда. Труба какая-то тут. Да, очень интересный дом. Ну, ничего пока тут интересного нету. Мне кажется, чтобы я... Вот я бы хотела бы это все сжечь. Шучу я, конечно. И все дома мы еще обследуем. Боже, в жизни вот таких домов вы никогда не встретите, конечно, понимаю. Но вы смотрите. Я хочу напоследок вам показать вот это. Смотрите, мы здесь уже вроде бы были, ведь, да? Да, картина показывала. Смотрите, картины все в пикселях, что даже не разобрать, что тут может быть. Это у нас просто так, да? Понятно. Балкончик такой обычный. Дальше идем. Ну, мне кажется, не будет тут 5 частей, мне кажется, нормально. Нет, будет. Теперь я уже посмотрела, что будет. Потому что, смотрите.
А что так нагнулось как-то? А, все нормально. Камин такой, типа. Дальше идем. Боже, ну что ж делать-то? Подскажите, пожалуйста, как, что мне делать с этим домом? Вот что мне делать, если я хочу вам его показать? Показать хочу, а тут много всякого интересного. Вот у меня не было таких еще никогда. Не было у меня такого. Занесло меня, конечно. Это что? Рельсы. Смотрим, что там дальше. Ну, фух, это интересно. О! Видели? Офигеть! Можно меня тоже забрать туда? Я тоже так хочу покататься. Ну, пожалуйста. Ну, будем ждать. Тоже так же хочу. Можно, пожалуйста? Сейчас он меня может сбить. К нам классно. О боже, я могу так вечно кататься. Это по всему дому так. Вы прикиньте, по всему дому. По всему дому вот так мы катаемся. Я офигеваю. Смотрите, у нас уже ночь, а мы тут катаемся. Нам тут классно. Вообще, супер. Ой, куда я ушла? Можно мне так вечно? Я в реальной жизни тоже так хочу. Блин, а как остановиться нам теперь? Смотрите, мы так можем вечно висеть. Эх, ладно, всем пока. Вы были вот на моем канале. Да, катаемся мы тут, конечно, бомбезно. Вау. Вот такой дом мы изучили сегодня. Но это, конечно, еще не все. Покатались и вот по таким рельсам замечательным. Смотрите, какие тут они классные. Можно по всему дому так бесконечно кататься. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот такой обзор у меня карты получился на Майнкрафте. И всем пока!